Вот уже третий год в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» проходит выставка «Парк Зоо». И вот уже второй год мы проводим под эгидой этой выставки фестиваль салонного груминга. Первый год у нас был фестиваль салонного груминга организован только Академией груминга «Милордов». Сейчас мероприятие выросло, и уже к его организации подключились широкие массы фирм, занимающиеся продукцией для груминга, и в том числе Ассоциации грумеров России. Семинар был посвящен инструменту. Это основные составляющие, то, из чего состоит минимальный набор, который необходим любому грумеру. Основные отличия грумерского инструмента от парикмахерского инструмента. Как за этим инструментом ухаживать, как его выбирать, приобретать. В чем основные отличия и для чего это нужно. Сегодня, 18 сентября 2013 года, началась выставка «Парк Зоо». На этой выставке мы презентуем нашу компанию на том же самом месте, что и в прошлом году стоит наш стенд. А также мы являемся организаторами фестиваля груминга для салонов. Фестиваль салонного груминга. Чем отличается салонный груминг от выставочного, мы все знаем, поэтому это мероприятие очень важно для нас. В этом году, благодаря Ассоциации грумеров, получилось привлечь на это мероприятие настоящих профессионалов своего дела, грумеров с мировым именем. Я очень благодарен вам, что вы сюда приехали, потому что без вас было бы не так интересно. I'm very happy that you've come here, because without you it wouldn't have been so interesting. Yeah, but I'm very happy too, but this is more 25 years I work for the grooming profession, and now I see many seminars, many programs, master class in Russia. This is an illusion. This is very nice for me to see the people interested to go home with a professional product. It's very good, very nice.